Отже, Галю, бачиш, справді такий музей, що це обов'язково треба кожній людині в місті і навіть в області сходити і подивитися. Не тільки подивитися, а зарядитися у тої енергії, яку дарують картини, і подивуватися, що навіть в нашому, здається, невеличкому місті, а є такі справжні шедеври світового мистецтва. Але не тільки театральне мистецтво, художнє мистецтво можуть зарядити позитивну енергію, але і книжки. Так, читання книжок для багатьох, наприклад, для мене це справа життя. От як кажуть, що чоловік сміється, ти що букви знайомі зустріли, ходиш і де побачиш букви, там і читаєш. І так багато людей в нашому місті, тому чимало бібліотек у нас працюють. Книга – це як давній друг. Без нього вже не можеш, а й за ним сумуєш. І якщо починаєш, не дарма говорять, що книги читаєш запоєм. Сьогодні ми вітаємо і представляємо в нашій студії проєкт «Нові імена». І допоможе нам в цьому один із організаторів цього проєкту, бібліотекар філіалу для юнацтва Центральної бібліотечної системи для дорослих Дар'я Яцкевич. Доброго ранку. І в цьому проєкті ми вітаємо Лію Щеглову, в миру Юлія Чепурко. Це миколаївська письменниця, а також організатор і координатор всеукраїнського проєкту «Бібліотекарі рекомендують». Отже, цитуючи тебе, наші гості схильні до книжного запою, так? Не знаю, вони створюють цей алкогольний напій. От, власне, Юля прийшла не сама, а зі своїми творіннями, жіночі романи, так, Юля? Так. Зараз наше жіноцтво прикипіло до телеекранів в очікуванні представлення нової книжки. Але спочатку, так, я навіть не знаю, кому першому дати слово. Мабуть, давайте розпочну я. Хочу сказати, що дійсно бібліотеки сьогодні активно продовжують популяризувати книгу і непосредственно чтення, тому що це є головним направленням нашої роботи. І вот взять, к примеру, Центральную библиотеку имени Марка Лукича Кропивницкого. За последнее время там прошло очень большое количество массовых мероприятий. Это и цикл мероприятий Николаевской книги, и разные литературные встречи, творческие вечера. Это были презентации книг. И вот, кстати, вот завтра тоже у нас приезжает писатель украинский, журналист известный. Это Владислав Ильченко. То есть буквально в 15:00 вы сможете с ним встретиться. Интереснейший человек. Поэтому всех желающих мы приглашаем тоже в гости в Центральную библиотеку Кропивницкого. И вот мы бы хотели бачити цю людину в нашей студии. Так, поспілкуватися з ним. Тогда можна з ним, конечно, договориться об этом. Вот. И проектом таким вот, я считаю, что очень интересным для горожан нашего города, может быть, открываем новые имена. Буквально на прошлой неделе, 4 июня, состоялась презентация книги, последней вышедшей книги Юлии Чепурко. Крайней. Да. Будем надеяться, не последней. Брачный контракт. И эта встреча прошла в довольно такой вот дружеской атмосфере. Гости имели возможность задать вопросы, пообщаться с автором, так сказать, тет-а-тет. И естественно, очень хотелось бы сказать, что меня удивил тот факт, когда я познакомилась с Юлей, что она моя коллега. То есть она библиотекарь, работает в библиотеке Черноморского государственного университета имени Петра Могилы. У нее семья, любимая работа. Вот как только она находит время на творчество просто. Учитывая то, что Юлия является инициатором и координатором проекта «Библиотекари рекомендуют». Почему я говорю за него? Потому что сейчас библиотеки активно присоединились к участию в этом проекте. Изначально проект был рассчитан на то, что библиотекари со всех регионов Украины могут оставлять отзывы, рецензии на книги, на литературу, для того, чтобы любой из желающих мог найти себе книгу по душе. И вот в данном случае этот проект уже давно вышел за свои рамки. В нем принимают участие обычные читатели, детки принимают участие. Он уже известен в Белоруссии, в России, в Словакии. И вот Юля совмещает такую огромную работу над этим проектом и непосредственно творчество. Ну, как мы говорим, что прежде чем узнать, понять творчество писателя, необходимо, наверное, проникнуться его жизненными принципами, да, жизненной позицией. И вот на данном, наверное, моменте была именно сформирована вот презентация книги Юлии «Брачный контракт». Юля, в общем-то, библиотека университета и женские романы. Как
это не вызывает когнитивный диссонанс вот в вашей душе? Или наоборот, это две стороны вашей личности? Это скорее две стороны. Работа отдельно, книги отдельно. На то у меня день, на то у меня ночь. А между этими периодами семья, дети, муж и все остальное. Успеваете? День занят библиотекой или книгой? Да, конечно. День? Да. Работой? Работой. Безусловно. Работа, потом дети, семья, потом ночь творчества. Ночь творчества. Почему именно женские романы? И что, о чем они? Вот здесь среди этих трех книг они все совершенно разные. То есть я, наверное, еще не определилась с тем, какой жанр мой, потому что первая книга, которая была издана, это «Ангелы приходят ночью». Это женская лирика с небольшим элементом мистики. Вторая книга – это детектив, но, наверное, тоже рассчитанный на женскую аудиторию. Он тоже мистический. И, ну, не знаю, почему так получается. Вот я не могу просто без ничего, без каких-то элементов мистики. Вот. И третья книга, которая вышла, последняя, которую мы презентовали в библиотеке Кропивницкого, это просто приключение, наверное. Вот она, наверное, меньше всего чисто женская. Ну, мне так кажется, что может быть интересна не только женщинам. Ну, а если брать так, то, наверное, потому что я женщина, потому они и женские. Как иначе? Вот женские романы как-то относят к несерьезным жанрам, к несерьезной литературе. А вы человек серьезный, умный. Как вы считаете, вот можно ли опровергнуть вот это вот утверждение о несерьезности женских романов? Мне кажется, что можно, хотя бы потому, что в первую очередь каждая книга находит своего читателя. То есть я, в принципе, не отношусь к тому, что вот какая-то литература низший сорт, какая-то литература не низший сорт. И если она находит своего читателя, то оно имеет место быть. И, ну, может быть, это мое предвзятое мнение. Мне не кажется, что она у меня, ну, совершенно такая пустая. Я много прорабатываю, там есть исторические вкладки. Я много работаю над их созданием. То есть я включаю немножко психологии, отношений. Ну... Где вы ищете прообразы своих героев? Узнают ваши друзья, родственники, знакомые себя в ваших героях? Ну, возможно, частично. А как к этому относятся? Знаю. Не могу сказать, что радуется. Ты что про меня написал? Я не открываю прямо так. Они не могут быть однозначно взяты, вот взял и переставил. Нет, это безусловно в первую очередь какая-то черта отдельная взятая или какой-то жест, или какая-то ситуация, ну, изначально взята, а потом переработана в соответствии там, с каким-то... Какие темы вам близки в вашем творчестве? Какие вопросы вы поднимаете в своих книгах? Потому что, вот говорят, вот несерьезные женские романы, да? Ну, какая... Почему здесь женские, не женские? А в женской аудитории, мы знаем, могут быть интересные какие-то темы, которые могут быть и актуальными, да, и важными, почему только там что-то иногда банальное. Иногда мне кажется, что интересно пишут для мужчин. А женщины считают что-то попроще, только там... Галя, осторожно, ты сейчас подойдешь к очень такой крамольному заявлению. Значит, что для мужчин интереснее, значит, что получается, что ты сейчас скажешь, нет, мне будет приятно, конечно, скажешь, мужчины умнее, для них пишут интереснее, а женщины, нет, смотри, я тебя предупредил, это стереотип. Наоборот, что женщин, в общем-то, упрощают в журналах, там, или в каких в романах упрощают. Жизнь упрощают, ну, какие-то проблемы женские. Ну, в первую очередь в моих книгах это, безусловно, отношения людей. И я не могу сказать, что я их упрощаю. Я, наоборот, как раз-таки стараюсь... Углубить. Не могу сказать, что это совершенно вот только женские проблемы. Потому что вот последние книги, там наворочено столько всего, что я сама не ожидала, что оно такое получится, если честно, когда начинала все это писать.
Дарья, скажите, вот библиотеки сегодня как могут реально помогать вот таким авторам, молодым авторам пробиваться? Все знаем, сегодня ситуация непростая. Тем, кого они рекомендуют. Да, да. Знаете, у нас, наверное, обоюдная помощь идет. Потому что автор со своей стороны, он популяризирует свои книги. Ну а мы, как библиотека, вообще чтение популяризировать должны. И в данном случае мы проводим различные литературные встречи, творческие вечера, презентации книг, вот как, например, с Юлией. Поэтому мы стараемся активно сотрудничать и при возможности, естественно, привлекать как можно большую аудиторию для работы. Юля, а вы один из организаторов, да, вот проекта «Библиотекари рекомендуют». Кого вы рекомендуете читать современным молодым и не очень молодым людям? Ну, насколько я могу судить из того проекта, на сегодняшний день у нас там более 160 отзывов, и это работа за 10 месяцев. Наиболее читаемым на сегодняшний день, судя по отзывам людей, является Володимир Лис, украинский письменник. Хороший. Да. У меня на него больше всего отзывов. А где можно ознакомиться с отзывами или с рекомендациями? У нас на сайте Украинской библиотечной ассоциации есть сайт, он был инициирован, создан Украинской библиотечной ассоциацией «Читай, формат не має значення». И там раздел «Відгуки», в ньому розміщуються наші відгуки, ті, що нам надсилають бібліотекарі, читачі, діти. Там также можно посмотреть и буктрейлеры, да, на различные книги. Так, ну там отдельный раздел буктрейлер, который тоже создают библиотекари для популяризации чтения. Буктрейлер — это по-русски аннотация, да? Это с помощью мультимедийных средств, исполненная как реклама книги. Довольно популярное течение в сегодняшнее время. Ну, как трейлер фильмов. Только это книга. Добавили книгу, да. То есть читатель наш может ознакомиться абсолютно с отзывами, с презентациями, с буктрейлерами. Скажите, легко быть писателем? Нет. Хорошо, перефразирую вопрос. Каково оно быть писателем? Приятно. Приятно? Приятно. Ну, на самом деле, в первую очередь, вот говорят, вдохновение. Я, например, не верю в вдохновение. Я верю в кропотливую работу, которую ты сидишь и пишешь, потом что-то выкидываешь и переделываешь. И вдохновение в этом, ну, это какая-то час-два, а потом этот час-два того, что в этот момент, когда оно именно получалось, ты перечеркнешь и половину выкинешь, потому что когда утихомирятся эмоции, ты понимаешь, что оно слишком, слишком громко. Вот. И это в первую очередь кропотливый труд. Потому что, ну, и даже ты не знаешь, вот я пишу, я не знаю, я издам это или не издам. Между периодом между написанием вот первой книги и ее изданием прошло 5 лет. Это 5 лет, когда я получала отказы от издательств, что нет, нам не подходит. То есть это все тоже сжимаешься и продолжаешь делать, потому что тебе это нравится. Мы рады, что у вас все-таки все получилось, и в Белоруссии оценили ваш труд, а наши николаевские читатели могут ознакомиться в библиотеках нашего города с вашими книгами. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Доброго вам утра. Приємного продовження дня. І творчі, як то кажуть, роботи і не знають. Дякую. І нових книжок в нашій студії будемо їх представляти. Сподіваюсь.